Кил тағы да. Кил давай. Су, ли, фа. Аха, 3-0. Айттым ғой, сен қаласың бүгін деп, а? Ай. Новичкам везет, парго, негізінде. Да ладно тебе, бүгін қандай түн болатын білесің ғой примерно? Конечно, білем. 15 жыл болды ғой жерде врач болып жұмыс істеп жатқанына. Помнишь, былтыр біреудің құлағынан салют кіріп мына жерден фук етіп шыққан түн еді? Конечно, помню. Бірақ бүгінгі түн ерекше болады дейді вообще. Иә, дұрыс айтасың. О, заводеление Нұрдәулет шертім тыңдап тұр. В ухо стреляет. Давно началось? Полчаса уже? Это у вас не в ухо стреляет. Это на улице люди фейерверки стреляют. Закройте окна, включите хабар. Там сейчас суперконцерт идет. Там меня показывают. Видите? Эй! Это же я. С Новым годом вас. Слушай, ты хорошо справляешься? Он нами кеттің ба? Қайда кет? Ты чё? Чё? А это... работа чё? Кто будет делать? Ну там все-таки семья ждет. Барклин, да, это семейный праздник, а? Новый год с семьей хочешь сказать? Конечно, Новый год семейный праздник, Куинда. Барайнда, Инда, пожалуйста, а? Ну тогда ты остаешься. Почему? Кумар. Ты же сам говорил. Мы врачи. Мы семья. Или ты пьяный был, а? Нет, говорил, да, я помню. Все, все, теперь слышишь, Терри? Тогда ты остаешься. Извини. Заводеление Нұрдәулет шертім тыңдап тұр. Ага. Күні бойына стрейм жоқ. Снукто, в общем, была здесь. Таңертен до приема пищи два раза слушайте Айхын мен Аргуниана. Дальше обедке один раз во время еды Калифорниян тыңдаңыз. Кайф емес, Калифорния. Да. Запишите себе. Да-да-да, Калифорния. Это же новый препарат. Ага, недавно появился. Очень хорошо помогает. Ага. Сосын, егерді, сізде Калифорния жоқ па? Егер Калифорния жоқ болатмасы, тұрар бар еще қарагесекті. Слушайте. И на всякий случай Мираж жүгініз. Ага. Потом перед сном обязательно екі мәрте Мейрамбек Беспайтты тыңдаңыз. Қорылдап ұйықтайсыз. Ага, сау болыңыз. Новым годом. Ой. Здравствуйте. Можно я у вас тут побуду? А что случилось? Да меня рожать отправляют. Ну идите, да рожайте. Ну я не хочу в этом году. Почему? Ну если я 31-го рожу, потом каждый год наши родственники будут в гости приходить. Оно мне надо, ну. Понятно. А вы откуда вообще? Ну из Уральска. Тогда с 7-го рожайте. Почему 7-го? Ну 7-й же регион. А, ну... Кстати, да, идея. Один раз. Может, ты попробуешь? Алло? Да, Джаном. Ага. Хорошо, сейчас. Домой срочно можно скорую отправить. Что случилось? Кто-то болит? Не-не, никто не болит. Просто я хочу домой съездить на скорой. Жена зовет. Где ты? Где ты, дед мама? Мне Баркалич скорую, пожалуйста. Ты чё? Мы же работаем на здравоохранение. Мы здесь здорово охраняем. Сам лучше мочим. Сидит бардун за руку. Новый год подождет. Пойдем. Пойдемте.